вместе разберемся, как выбрать хлебцы. Ассортимент товаров правильного питания расширяется. Но не всегда легко выбрать качественные хлебцы. Как не ошибиться? При выборе хлебцов вам необходимо обратить внимание на то, чтобы это было только зерно. Гречка, гречка это не зерновая культура, но в принципе пшено, либо мультизлаковые. Для производства хлебцов используется зерновая масса, которая закладывается в аппарат, она взрывается определенным образом и потом прессуется в форму. Польза хлебцев для человека будет только в том случае, если продукт сделан из качественного сырья. Обратите внимание на запах хлебцев. Он должен быть нейтральным, похожим на хлеб. Также осмотрите продукт. Непонятные пятна на хлебцах говорят о возможных следах плесени. Если хлебцы производятся путем взрывания зерна, то они, как правило, такие похожие на попкорн. То есть они такие мягкие и вот воздушные. Если это просто такие прессованные какие-то вафельки, блинчики, какие-то тоненькие вещи, то, как правило, там очень много муки. Внимательно изучите состав хлебцев. Не всегда кукурузные или гречневые хлебцы состоят из обозначенного в названии сырья. Если вы страдаете от непереносимости глютена, не стоит покупать и некоторые виды рисовых хлебцев, поскольку часто в такой продукт производитель добавляет ржаную муку. Если хлебцы производятся из муки, тогда питательные вещества там практически отсутствуют. Поэтому нужно отдавать предпочтение именно хлебцам цельнозерновым. И смотреть, чтобы там было минимум дополнительных добавок. То есть каких-то сахарозаменителей, каких-то добавок, соли, пряностей. Это, в принципе, обогащает вкус, но делает их менее полезными. В составе хлебцев не должно быть ароматизаторов и консервантов. Также покупателям стоит опасаться любых добавок с обозначением «Е». Такие хлебцы стоит оставить в магазине. Приятных вам покупок! Будьте здоровы!